Доброе утро всем, добрый ранок, Украина. Сегодня к нам пришли две наших соседки, Маечка и Мария. К нам пришли на плановую операцию. Владельцы приняли решение по стерилизации. Так правильно, так нужно, и мы шагаем в сторону данной процедуры. Поэтому держите за Маечку кулачки, она уже вот настроилась, видите, вот глаза уже с доверием, и мы шагаем в сторону операции. Владелица Мария уже ушла, а мы с Маечкой остались вдвоем. Контактная собачка, редко когда такие бывают. Поэтому мы пойдем с ней немножко другим путем. Путем сначала знакомства, контакта, а потом все остальное. Поэтому снова держите за Маечку кулачки. Наша история продолжается. Мы находимся в предоперационной. Сделали уже нашей красавице седативный препарат, который ее сделал такой вот пьяной. Пьяной и сонливой. Это состояние нам позволит с ней комфортно работать, а ей быть в релаксе и не испытывать чувство стресса и переживания. И мы шагаем далее. Наша красавица уже на операционном столе. Взгляд томный. Почему? Потому что она в полном наркозе. Язычок провисает, состояние релакса, и мы шагаем в сторону операции. Хотел бы у вас попросить подержать кулачки, кто может помолиться, чтобы все прошло отлично, чтобы операция прошла тихо и спокойно. Наша операция успешно выполнена. Красавица еще спит, дыхание ровное, шелковистое, и, конечно же, у многих возникает вопрос: доктор, покажите операцию. Вот, смотрите, через вот такую вот точечку мы провели операцию. А сейчас наша красавица перемещается в послеоперационный бокс и потихонечку просыпается. Наша операция прошла успешно, как мы и планировали. Красавица вот там вот загорает, отдыхает. Отдельное спасибо Марии. Мария – это хозяйка нашей красавицы, которая сказала вроде простые слова, но для меня и для многих врачей очень ценные и важные. Доктор, мы вам доверяем. И это доверие уже больше 10 лет. Приятно, ценно. Идем вперед, и продолжение наших историй следует. Всем спасибо, хорошего дня. А мы немножко позже покажем, как наша красавица шагает и бежит навстречу хозяйке. Наша красавица в послеоперационном боксе и потихонечку просыпается. Наступил вечер. Наша красавица вот стоит, загорает. И мы идем навстречу нашей хозяйке. Вот такая красавица. Наша история подходит к логическому завершению. Красавица ожидает свою хозяйку. Хотел бы сказать всем спасибо, что держали кулачки, переживали за нашу красавицу. Все прошло на раз-два. Идем вперед, и продолжение наших новых историй следует. Будьте здоровы и хорошего вечера. Всех благ!